находясь на патрулировании, примерно час времени, 12 минут, нами был поступил вызов о том, что село Каргалинское, улица 60 лет Октября, дом 5, в подвале идет возгорание. И придя на вызов, установили, что в подвале находится человек. Не было времени на раздумье. Прежде чем приехала пожарный расчет, скорая помощь, не было разумия, вот зашли в подвал, вытащили человека, спасли жизнь, как говорится. Я думаю, каждый на моем месте поступил бы так.